Jabji Sahib, Ik Omkar Satnam Karatapurek Nirvo Nirvere Akalmurat Аджуни Сейбхом Гуру Прасад Джаб. Садхана — это совершенно особая история, непередаваемая. Вот как ты ее... можно сказать, что ты перестаешь жить. Это ты посвящаешь свой день своей высшей сути каждый раз, когда ты встаешь на садхану. И поэтому нет ничего более как бы мощного в традиции кундалини-йоги. Это ее основная ось, вокруг которой все вращается. Без садхана эта традиция бы не существовала как таковая. Вот, поэтому еще раз хочу, сказать, да, поблагодарить, что у нас есть в нашей традиции вот это вот центр, и если этот центр будет вращаться в разных городах, то все будет меняться, потому что это как такой механизм, некий такая шестереночка, которая вокруг себя запускает другие все механизмы. Поэтому практикуйте, и важно знать о том, что садхана — это групповая практика, не индивидуальная. Вот, поэтому важно собираться вместе и делать ее вместе. Все.